Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, на что обратить внимание при выборе хомячка. Эти грызуны активны и любопытны. За животными интересно наблюдать, когда они играют в клетке. Хомяки – отличные питомцы, которым не нужно много места в доме. Они маленькие, милые и пушистые. Перед их обаянием сложно устоять. При покупке хомячка важно знать его возраст. Приобретая слишком молодого хомячка, менее 3 недель, возникает риск гибели, вследствие того, что он не умеет питаться самостоятельно. Покупая возрастного хомячка, нужно учитывать, что продолжительность их жизни составляет в среднем 2-3 года, и таких хомячков сложнее приручить. Поэтому идеальный возраст хомячка для покупки должен быть в пределах 2-4 недель. У хомячка не должно быть выделений из глаз и носа. Если выделения присутствуют, то, скорее всего, хомячок чувствует себя неважно и вполне вероятно болен. Мех хомячка должен блестеть, и на теле не должно быть залысин. Выпадение шерсти может быть вызвано клещами или грибком. Если вы заметите на теле грызуна царапины и шрамы, то, скорее всего, животное дралось. Продавцы-консультанты в магазинах не всегда вам помогут, а иногда могут спокойно продать вам хомяка, так и не определив его пол. К тому же часто встречаются случаи, когда продавцы могут отдать покупателю нездорового хомячка, так что при покупке надейтесь только на себя. Если вы собрались идти в зоомагазин за хомяком, то желательно делать это вечером. Днем они не так активны, а многие из них вообще спят, поэтому будет трудно определить, на самом ли деле хомячок спит или же он просто болен. После того, как вы выбрали себе питомца, довезти домой хомячка можно в небольшой картонной коробке, в которую насыпаны опилки или сено. Также можно приобрести прозрачные пластиковые переноски с сетчатой крышкой и ручкой. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.